Всем привет! Продолжаем наши утренние тренировки. Повторяйте за мной. Первое упражнение – наклоны с подъемом ноги. Повторим 10 раз на каждую сторону. Делаем разминку для тазобедренных суставов. Выполним круговые движения ногой 10 раз в одну сторону и 10 в другую. Выполни 15 приседаний на высоких полупальцах. Выполни сгибание и разгибание корпуса, отрывая колени от пола. Завершим нашу тренировку лежа в позе ребенка. Ежедневные утренние тренировки – залог вашего хорошего самочувствия. С вами была Алена Останина. Всем пока!